В НБУ пояснили, что происходит с гривной. В Нацбанке утверждают, что колебания гривны на валютном рынке не являются существенными. При этом фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными. Текущие колебания гривны на валютном рынке Украины не являются существенными. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурей, сообщает Униан. «У нас плавающий курс», — сказал Чурей, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривны на текущий недели после непрерывного укрепления предыдущие два месяца. По словам Чурия, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными. Напомним, Национальный банк резко ослабил курс гривны. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.